материал создан и распространен иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Здравствуйте. Постарел. С чего хотел бы начать? Когда отжил, опять? Ничего не получается. В чем дело? Почему? В данный момент потрачено много денег. Очень много. Я уверен. Уверен, все хотят посмотреть эту часть, все хотят поржать. Ничего нет. Это все. Значит так, анекдоты будут читать другие люди. Ординайте или бабади? Баба буй. Чего вы смотрите, блядь, я только начал. Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого вирусная база обновлена. Идем мы как-то с ним, причем к Анику в гости, и там мы сели пить кам. Что может быть хули на... Да нихуя не смешно. Жизнь говно. 4 месяца хуеты. Это вам не шутки, пацаны. Сегодня у нас в гостях Ванюшин. Во-первых, ты мне сделаешь, во-вторых, пошел нахуй. И в-третьих, что ты мне сделаешь? Бля, ты в любом городе. Потом ты извини. Меня взорвали. Видят, это хуйня. Вышел мне твой. Ты что, ебанулся, что ли? Вообще сам жанр шоу уже изжил себя и перестал быть чем-то серьезным. Да даже смешно, это уже сложно назвать. Может, чем помочь? Это просто повторение своих ошибок. Повторение самого себя. Ты что, молодой? Мне 24. Понимаешь, парень, одним дано рассказывать анекдот, а другим... It's нужден тайм. Так как организаторы поставили мне лимит в 5 минут, больше я вам ничего не скажу. Полечки.